Всем привет моим подписчикам, гостям моего канала. Вот решил сегодня сделать хе из щуки. Вот, для этого мне понадобится филе щуки, потом соль, перец черный молотый, уксус 70%, чесночок, огурцы, морковка и луковица одна. Все, погнали. Вот, нарезал кубиками щучку. Сейчас добавим чеснока. Три зубчика сюда накрошим. Сейчас покажу. Вот накрошил чеснока. Сейчас добавляю сюда. Так, добавляем соль по вкусу. Потом уксуса. Две столовые ложки. Все. И это все перемешиваю. Тщательно. Запах-то какой от уксуса. И это все ставим мариноваться на час-полтора. Ну, щука как побелеет, значит, она все сварилась, получается. А пока приготовлю морковь и луковицу. Прошло полтора часа. Вот. Добавим немножко перца молотого. Так. Там вот нарезал лука полукольцами и морковки на крупной терке. Все это перемешиваем тщательно. Так. Все. И поставлю на час-полтора мариноваться опять. Вот прошло больше часа. Сейчас нагреем масло до кипящения, доведем граммов, не знаю, тут около 100, наверное. Пускай нагревается. Так, это будем выжимать вот, другую посуду. Выжимаем вот так. Mm-hmm.
Можно побольше мариновать. 2 часа. Пахнет. Это выливаем. Сюда. Так, ждем, когда масло нагреется. Вот масло греется, приготовил огурцы соломкой, нарезал. Вот масло нагрел, довел до кипящения. Вот заливаем, перемешиваем тщательно. Вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. И теперь добавляем огурцы соломкой. И это тоже перемешиваем. Щука хэ готова. Будем сейчас пробовать. Ну все. Готово. Будем кушать сейчас. Вот такая красота. Приятного аппетита. Немножко кости есть. Вкусно. Я, наверное, это сейчас все за раз съем. Очень вкусно. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Все. До новых встреч. Всем пока. Увидимся на рыбалке.